советских вооруженных силах исторически сложилась стройная система воинских ритуалов, направленных на формирование у воинов высоких морально-боевых и идейно-политических качеств. Неотъемлемым элементом воинских ритуалов является музыка. Она вносит в ритуалы торжественность, создает приподнятое праздничное настроение, вдохновляет и сплачивает военнослужащих, способствует нравственному и эстетическому совершенствованию личного состава. Оркестр, рвись! Этот фильм рассказывает о роли и значении музыки в воинских ритуалах, показывает действия военного дирижера и музыкантов в строю. Фильм снят во время учебных занятий курсантов военно-дирижерского факультета при Московской государственной консерватории имени Чайковского. Должностные лица и подразделения показаны условно. На примере данного ритуала мы можем проследить наиболее характерные приемы управления военным оркестром. При исполнении марша в движении знаки остановки оркестра без прекращения игры и возобновление движения лучше всего показывать в конце музыкальной фразы. Прием захождения плечом показывается военным дирижером горизонтально поднятой правой или левой рукой и поворотом головы в сторону заходящего фланга. Строевой марш с прибоем малого барабана. Марш-парад военных оркестров или прохождение подразделений торжественным маршем олицетворяют красоту и романтику воинской службы, единение армии и народа, показывают высокую строевую выучку и дисциплину воинов советской армии. Марш в защиту Родины! Чеканная ритмика, энергичный празднично приподнятый характер музыки строевых маршей способствует общему эмоциональному настроению и строевой слаженности подразделений при прохождении торжественным маршем. Равнение направо! Оркестр, равняйся! Для управления оркестром в строю часто применяется тамбур-мажор. Он используется на парадах войск, при встрече должностных лиц, на спортивных праздниках, а также во время марш-парадов военных оркестров. С помощью тамбур-мажора подаются условные знаки, по которым музыканты выполняют различные приемы с музыкальными инструментами и перестроения. Во время тактирования тамбур-мажором левая рука военного дирижера находится в постоянном движении. В момент же подачи условных знаков она прижимается к корпусу. Обратите внимание на положение тамбур-мажора при захождении плечом вперед. Посмотрите на выполнение приема прекращения звучания. Музыканты опускают инструменты одновременно по знаку военного дирижера. Перцев,
Строевой марш! С перебоем малого барабана! Знаки, соответствующие определенным командам, необходимо выдерживать в течение 4-6 шагов. Рука при тактировании должна быть несколько приподнята и согнута в локте. Следует добиваться устойчивого положения верхней части тамбур-мажора, не допуская большого угла наклона. Равнение на право. Строевой смотр проводится в целях определения степени одиночной строевой выучки и строевого слаживания подразделений. На строевом смотре также проверяется внешний вид военнослужащих, наличие и состояние снаряжения, вооружения, боевой и другой техники. Смирно! Строевой смотр полка. Чернецкий, юбилейный встречный марш. Старинный марш «Гренадер». Оркестр, вольно, к игре приготовиться. Полк, под знамя, смирно! После встречи командира части выносится боевое знамя. Равнение на лево! Военный дирижер подает знак начала игры после команды командира части, совмещая темп исполнения встречного марша с движением знаменного взвода. Маршу! Марш! Поротно! Але! О! На одного линейного дистанции! Первая рота прямо! 200! Остальные направо! Оркестр, стой! Равнение направо! Шагом! Марш! Каждый строевой смотр заканчивается прохождением подразделений торжественным маршем. Важную организующую роль при этом приобретает музыка марша. Устойчивый темп, четкая ритмика, выразительная мелодия марша способствуют строевой слаженности подразделений и синхронности движения. Знамен и взвод! Вперед! Исполнение встречных и строевых маршей на строевом смотре призвано украсить ритуал, придать ему торжественность, создать праздничное настроение,
поднять моральный дух воинов. Звучание встречного марша военный дирижер прекращает по условному знаку командира части. Вольно! Оркестр, равняйся! Развод караулов способствует осознанию каждым воинам своего священного долга по защите социалистической родины. Для придания ритуалу развода особой значимости, праздничности и торжественности привлекается военный оркестр. Мирно! Развод караулов! Чернецкий, встречный марш военных училищ. Котенко, развод караулов. Перцев, строевой марш. Оркестр, вольно! К игре приготовиться! Караулы! Равняйсь! Мирно! Равнение направо! Товарищ подполковник, караулы для развода построены. Помощник дежурного по караулам майор Халилов. Здравствуйте, товарищи! Вольно! Вольно! Проверив наличие личного состава караулов, знание обязанностей должностными лицами, а также внешний вид и состояние оружия, дежурный по караулам командует. Караулы, равняйсь! Ира! Оркестр играет сбор! Начальники караулов, ко мне! Для вручения записки с паролем и уточнения особенностей их службы, дежурный по караулам вызывает к себе начальников караулов. Начальники караулов, встать в строй! Есть! Ритуал развода караулов предусматривает прохождение торжественным маршем мимо дежурного по караулам. Для этого военный дирижер выводит оркестр вперед на 10-15 шагов и, зайдя правым плечом, становится фронтом к караулам и по командам дежурного по караулам исполняет музыку развода и строевой марш. Оркестр, играй развод! В основе музыки развода использована широко известная и любимая советским народом песня о родине Дунаевского. Она символизирует причастность воинов к выполнению задач государственной важности. Караулы! Направо! Шагом! Марш! Thank you.
Почетный караул. Чернецкий. Встречный марш военных училищ. Александров. Государственный гимн Советского Союза. Перцев. Строевой марш. Оркестр, вольно. К игре приготовиться. Караул! Роняйся! Мирно! Для встречи справа! Накра! Одной из славных традиций в советской армии и военно-морском флоте является торжественная встреча должностных лиц. Ритуал «Почетный караул» символизирует глубокое уважение к руководителям советского государства, высшему командованию вооруженных сил СССР, а также оказание чести главам государств и правительств, военным министрам и другим представителям иностранных государств, прибывающим в нашу страну. При встрече представителей иностранных государств военный оркестр исполняет национальный гимн страны, представителем которой является прибывшее лицо, затем государственный гимн Советского Союза. Если встреча или проводы представителя иностранного государства происходят на территории одной из союзных республик, то после гимна СССР исполняется гимн данной союзной республики. Почетный караул назначается приказом начальника гарнизона, командира соединения или командира отдельной воинской части. Для встречи и проводов представителей иностранных государств почетный караул назначается каждый раз по особому указанию командующего войсками военного округа. Шагом! Марш! Направо! В состав почетного караула назначается подразделение от взвода до роты и военный оркестр. Четкие действия личного состава почетного караула и оркестра, отточенность строевых приемов и торжественная музыка сообщают ритуалу встречи строгость и лаконичность, вызывают чувство уважения к встречаемым лицам. Общеполковая вечерняя поверка. Чернецкий. Встречный марш военных училищ. Чернецкий. Красная заря. Александров. Государственный гимн Советского Союза. Рунов. Марш в защиту Родины. Оркестр. Вольно. К игре приготовиться. Полк. Равняйся. Мирно. Равнение на право. В дни государственных праздников СССР, в праздники видов вооруженных сил, родов войск, частей и соединений проводится общая полковая вечерняя поверка. Этот ритуал способствует поддержанию постоянной боевой готовности войск к защите социалистической родины. Приступить к поверке! Полк! Вольно! Присутствие на поверке всего личного состава части дает возможность солдатам, сержантам и офицерам почувствовать себя частицей сложного воинского организма, осознать важность ратного труда
испытать гордость за своих однополчан, совершивших героические подвиги в боях за родину. Оркестр! Шагом! Марш! Налево! На месте! Оркестр! Стой! Оу! Пирра! Оркестр играет «Зарю». Встреча командира части под торжественные звуки марша, упоминание имен героев, зачисленных навечно в списке рот, величественная музыка «Зари» и государственного гимна Советского Союза, прохождение подразделений – все это побуждает к эстетическому переживанию, служит тем импульсом, который приводит в движение нравственные силы воинов, мобилизует их на успешное выполнение задач боевой и политической подготовки. Оркестры вооруженных сил СССР – профессионально-творческие коллективы, призванные средствами музыкального искусства содействовать политическому, воинскому и культурному воспитанию советских воинов. Великий русский полководец Суворов хорошо понимал роль и значение военной музыки в укреплении боевого духа армии. «Хороший, полный хор музыкантов, — говорил он, — возвышает дух солдат, расширяет шаг. Это ведет к победе, а победа — к славе. Музыка в бою нужна и полезна. Музыка удваивает, утраивает армию». Воинские ритуалы – одна из форм коммунистического воспитания воинов, средство формирования сплоченного воинского коллектива. Военные оркестры своим участием в воинских ритуалах способствуют решению этой важной задачи. Как составная часть наших славных вооруженных сил, советские военные оркестры неразрывно связаны с жизнью войск. Их деятельность подчинена воспитанию воинов высоких политических и морально-боевых качеств, преданности своей родине, советскому народу, родной коммунистической партии Советского Союза.